Митрополит. Здравствуйте, мои дорогие. Я дед Еремей. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Иисуса Христа, Господа нашего. А знаете ли вы, что означает слово «митрополит»? Митрополит – это один из высших чинов церковной иерархии, титул епископа главного города, области или провинции. С конца X века и до учреждения патриаршества именно митрополит возглавлял церковную организацию на Руси. В настоящее время в Русской Православной Церкви титул «митрополит» является почетным званием, следующим после титула «архиепископ». Отличительной частью облачения митрополита является белый клобук. Вот так вот, дорогие мои. И помните, мир освещается солнцем, а человек – знанием. Да храни вас Бог!